Сёння 1 мая беларускія латарэі віншуюць усіх гульцоў са святам вясны і працы. Прапануем вам пазнаёміцца з нашымі новымі пераможцамі. Я работаю на предприятии «Молочкомбруд». Билет купил в отделении Беларусьбанка города Жабинка, оплачивал коммунальные услуги, билет дали на сдачу. После покупки билет оставил дома, забыл про него, можно сказать. Жена его нашла, проверила. Когда мне позвонила жена, рассказала о выигрыше, я очень обрадовался. Никогда ничего не выигрывал, а тут повезло. Лотерейный билет был приобретен моей бабушкой к празднику 8 марта. И она решила подарить его как бы мне. И вот в результате, после проведения розыгрыша, мы узнали то, что как бы выиграли колье. Спасибо моей любимой бабушке из Мужской Екатерине за такой подарок. Я работала диспетчером в товариществе собственников, а муж всю жизнь проработал водителем автокрана. Когда узнали о выигрыше, мы не могли успокоиться и не смогли уснуть до 4 часов утра. Эту сумму потратим только на отдых. Вот эту сумму мы хотим пожертвовать нашему родному храму. Добра адпачываюць тыя, хто старанна працуе і шмат зарабляе. А каб павялічыць свой бюджэт на адпачынак, купіце двоечку білетаў у ваше лато. І памятайце, хто гуляе, той і мае.